Осторожно, злая собака. От этого агрессивного пса прохожих отделяют лишь невысокий забор и цепь толщиной в мизинец. Жители соседних домов жалуются, собака часто срывается с привязи и гуляет, что называется, сама по себе. Один из подобных моментов люди запечатлели на камеру мобильного телефона. Мы вызываем полицию, они приезжают, собака уже закрыта. Они ничего сделать не могут. Говорят, ничего не было. И мы ничего не можем доказать никому. Если посмотреть, забор должен быть не меньше 2,5 метров. Тут 2,5 метров, ну нет, декоративный заборчик. А когда там еще снег, да она перепрыгнет его просто. Она перепрыгнула, кидается она вообще-то, здоровая. А вот эта тоже срывается. Ну мы боимся, она сорвалась, мы на горке слезть не могли вот с этой. Очень опасно тут. И такая ситуация не только с этой конкретной собакой. С наступлением весны животные стали все чаще срываться с цепи и беспрепятственно разгуливать по территории частного сектора. Впрочем, хозяева волкодавов уверяют, что проблема надумана и опасности от этих псов нет. Она абсолютно спокойная собака. Она ничего не сделает. Она никого сама по себе она не укусит. По словам юристов, в данном случае нарушается пункт правил содержания собак на территории Перми. Он обязывает владельца обеспечить безопасность граждан от негативного воздействия принадлежащих ему животных. Нужно сообщать о подобных фактах надзорные органы. Беспечным хозяевам грозит штраф и даже изъятие домашнего любимца. Если ты не имеешь возможности обеспечить вот такую безопасность для граждан, значит, путем установки высоких заборов, натягивание сетки, значит, чтобы животное не перепрыгивало. Если человек не заботится о том, чтобы у него не было дома на придомовой территории вот этих вот сугробов, то в таком случае вообще лучше не заводить вот таких животных. Собаки срываются. Это неправильное содержание собаки. Значит, плохая цепь. Плохо оборудована ограда. Мое вот как бы предложение, это я кратко пишу, должна быть кинологическая служба, которая дает разрешение на содержание или несодержание этой собаки. Если собака не содержится правильно, она изымается. Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.